Масштабным флешмобом начался День знаний в гимназии номер 8. Больше 1000 учеников сегодня после каникул вновь пришли получать знания. Теперь сделать это будет легче. В старейшей городской гимназии открылся новый, укомплектованный всем необходимым компьютерный класс. Кабинет информатики открылся в память бывшему ученику гимназии Шерхану Егизбаеву. Умный и обаятельный парень, спортсмен и душа компании, таким его помнят учителя. Шерхана не стало в прошлом году. В его память семья Егизбаевых оснастила школьный кабинет всем необходимым для того, чтобы дети могли получать знания на высшем уровне. Благодаря коллективу этого лицея наши дети получают, внуки получают хорошие знания. Это их труд, труд учителя этой лицензии. Им большое спасибо. На 12 новых и быстрых компьютерах школьники начнут заниматься уже на этой неделе. Он очень просторный, очень такой удобный, которым дети будут с удовольствием получать знания. Он оборудован по самой последней технике нашего времени. Не только технически, но вы видите, да, уютом. Мне класс очень сильно нравится, потому что он очень яркий. Ну, в таком классе вот нужно хорошо учиться. Укомплектованный кабинет позволит ученикам не только учиться на новеньких компьютерах, но и проводить интеллектуальные баталии. В планах педагогов провести экономические игры для школьников, чтобы воспитывать в них лидерские качества и коммуникабельность, необходимые в современном мире.